Just wait. Мы олдскульные артисты, мальчиши, плохиши. Мы почти что как Sex Pistols, пиво будем амаши. Всем привет! В эфире мужское радио, и с вами я, его новый сногсшибательный ведущий Илья Наган. С этого дня и forever and ever утреннее шоу в прямом эфире буду вести именно я, Илья Наган. Нет, именно я, Илья Наган. Нет. Илья Нага. Анжел, прошлый век. Есть нереальная бомбическая новая линейка. Еще и закрытые вариантики. Хотя с твоей фигурой, чего ее прятать? Ой. Папуф, ты опять приперся мне по ушам ездить. По ушам ездить, крошка, это теперь моя работа. Так это ж мужское. Это унисекс. Мужское? Ага. Сколько? Да ладно, ничего не нужно уже, в принципе, мне. Ведущий. Прайм-тайма. Да. Король эфира. Да что там, просто звезда. И просто звезда. Так, все, хватит. Папа убьет. И так из-за тебя полгода в минус. Я все отдам потом. Контракты, спонсоры. А потом деньги. Продолжай. Продюсеры, продолжай. Спонсоры, контракты, реклама, билборд. У меня сейчас глаза лопнут. Спасибо. Что теперь? И ничего теперь. Теперь будете меня слушать каждый день. Prime Time, утреннее шоу. Илья Наган. А? Ноги бери. Извините. И что, прям вот мужское радио? Прикинь, одни мужики работают. Я просто думаю, а как тебя туда вообще взяли? Хорош, просто фартануло. Я понимаю. Не-не-не-не-не, это не фарт.
Это закономерное стечение обстоятельств. О! А? Чувак, это все за твой счет. Конечно, нищеброды. Давай!
Я ничего не слышу! Так он ничего не говорит! Ты сказать не можешь. А так? Хатико. Да. Валико. Валидол. О-а-о-ы. А-о-а. А-о-у-ы. Сколько слов? Одушевленный, неодушевленный. Жаба душит. Нет. Люди икс. Люди икс. Росомаха, росомаха. Все. Да вы... Мухаммед, Али. Кинг-Конг. Ты. Фу, меня сейчас стошнит. Ну, говори. Так срать хочешь? Не? Чё, вчера не наигрались? Дайте поспать. Дед Пихто, Оксана... Оксана Соколова. Ну, потому что вчера хрен знает, что творил. Сам пошел в жопу, придурок. Понимаю. Чего вылупились? Он диджей, у него эфир в 10, голоса нет. Чего непонятного-то? Дебилы. Живи! Давай, поехали! У вас такой хуйни найдется? Голоса нет. Понятно. Во сколько эфир-то? А во сколько эфир-то? В 10. Умоляю. Да это вы хоть обумоляйтесь. Это ж не выключатель. Захотел, включил, захотел, выключил. Включил, захотел, выключил.
А он у вас еще и плохо слышит, да? Он у вас еще и плохо... Че? Да пошли вы в жопу оба! Да. Что такое, да? Что? Нет, ни в коем случае, да, дорогой мой, прекратите. Это совершенно лишнее. Ну зачем? Ну, к чему? Есть, конечно, в принципе, один вариант. Прямой укол в связке. Но, предупреждаю сразу, шансы 50 на 50. Так, полчаса не разговаривать. Если что, звони. Да? Да. Иди, иди, иди. С Богом, с Богом. Не за что. Нина Филипповна. Ниночка Филипповна, дорогая моя, ну отпускайте. Что ж вы все время это сидели, да? Что ж вы это, голубушка? Все, 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 все. Так, все. Поехали домой. Я телефон у вас забыла. Телефон дома у вас забыла. Так понятнее? Вся Илюх выйдет. Девочка моя, ты ласточка, нет. Да я не поеду, я с тобой, ты мне заколебал уже. Мужское радио. Девочка моя, ты ласточка. Вот ты эти всегда хотела. Пусть будет 50. А не дофига, нет? Вдруг не купят? Купят, купят. Я скажу, Наган рекомендует. Ой, ой, главное, чтобы твой Наган утренний эфир бы не проспал. А то он тебя любит холостыми пострелять. У меня все схвачено. Я и контракт видела. Трусы бразильяна 100. Куда собрались-то? Илья Наган, утренний эфир. В смысле? Илья Наган, утренний эфир. Серьезно? Угу. А. Как вся моя эпоха, но чтоб вы знали, и быкам по утрам бывает плохо. Так-то я знаю. Чтоб вы знали, и быкам по Мужское радио. Радио, сделанное мужчинами для мужчин. Всем привет! Всем привет! Мужское радио. Радио с перцем. В эфире
Мужское радио. И я. Я его новая, сногсшибательная ведущая. Оксана Соколова. С этого дня и forever and ever наслаждайтесь музыкой. Нас атомной бомбой напугаешь, едва ли мы рейдеры в жизни. Это чё? Мужики, я домой хочу. Ну, пожалуйста, я вас как мужиков хочу. Сейчас. Куда? Туда? Конечно, сядь. Хорошо? Тихо. Ну. Радио, это не мое, я вдруг понял. Сердечко. Всем привет. В эфире мужское радио. И с вами снова я. Оксана. Соколова. И говорить мы сегодня будем на тему, что такое не везет и как с этим бороться. Пишите нам свои варианты на сайте мужского радио. А пока реклама. Ну что, братишка, устал от офисной жизни? Хочешь отдохнуть, как нормальный мужик? Дикое Подмосковье. Дикий отдых для диких мужиков. Дикий лес, дикие пляжи, дикие женщины, дикие цены. Пропустите! Стоять! Мне надо телефон забрать! Сексисты! Я знаете, кому позвонить? Пришьют к чертям! Перепрыгнул, прикинь. Зажигалки не будет? Надоело быть хлюпиком. Хочешь быть могучим, вонючим и волосатым? Пищевые добавки Силанти. Силанти. Будь мужчиной. Алло, доктор, это Илья. Кто? Доктор, это Илья, у меня проблемы. Девушка, у вас действительно проблемы, я не смогу вам помочь. Доктор, да подождите! Алло? Алло! Алло, крошка. Ты кто? Крошка, это я. Какая тебе нахрен крошка? Илью позови! Подожди, просто выслушай меня. Ну, помнишь, когда мы с тобой познакомились, ты была в таком... Значит так, скажи этому кретину, чтобы он мне больше вообще не звонил, ты меня поняла?
Вот только пикните. Алло, крошка. Алло, алло, доктор. Оксана. Что? 10 секунд до эфира. Здрасте. Ты кто? Я трусы привез. Мужское радио. Радио с твердой позицией. Раз, раз. Ну да. С вами все еще я, Оксана Соколова. Что такое не везет? Тема нашего сегодняшнего разговора. И у нас уже есть первое мнение. Не везет – это когда хочешь послушать любимое радио, а там какая-то тёлка болтает. Пишет нам Амбал-16. Ах ты ж, батюшки! Бедный Амбал-16! Не везет ему! Сейчас злая тетя расскажет тебе, что такое не везет. Не везет. Это когда вместо таблетки от кашля доктор дает тебе сильное слабительное. А выясняется все это на белой вечеринке. Во время твоей 10-минутной вступительной речи. Минуте так на первой. Когда ты решил откашляться. Стоишь и понимаешь, что с каждым кашлем тебе не везет все больше и больше. Но это еще не все. Все это происходит в прямом эфире самого рейтингового канала. А тут еще появляется какой-то умник, который говорит, что он, оказывается, речь пришел послушать. Вот что я называю «не везет». Дорогой Амбал-16. А как с этим бороться, я пока не знаю. Ваш друг говорит. Так что продолжаю кашлять. Специально для мужского радио. Злая тетя Оксана Соколова. Все. Вы за это ответите. Жара, пожар, огонь. Вы будете отвечать вдвоем. А ну, Алло, кумир, пожар. Да, он замрет у нас сейчас в студии. Нью-Йорк и Лондон и Мадрид. Своей взрывной волной ты охватила. Понял, полудура. Тоже. Набери. Алло. Это что такое было сейчас? Вы понимаете, что вы сделали? Вы же просто взорвали эфир. У нас прирост аудитории 40%. Уже рекламу на год вперед выкупили. Как там ее? Да, все, меняем концепцию. Давайте эту девочку сюда. Раскручивать будем. Да, ну, тут такая ситуация. Это не совсем девочка. Женщина, мы ее сейчас приведем. Да уйди ты! Все хорошо у нас. У тебя с головой вообще как? Кого мы ему сейчас приведем? А что говорить-то, а? Что, мы никого не приведем? Ну ты же сам слышал, у него реклама, прирост. А мы что ему скажем? Что? Извините, у нас мальчик. Но девочки-то у нас нет. Мальчик, девочка. Если надо, я сам его кастрирую, поняли? У меня ипотека. Ну пошли. Оксана,
Оксана! 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 Свалила. Дрянь! Зажигалки не будет? А зажигалки не будет? Вниз, смотри, малохольный! А ты чё дерзишь, а? Я, значит, полдня мотаюсь, как дура, 2 часа его жду, а он выпендривается. Люди, люди добрые, смотрите, смотрите, вон что делается. Средь бела дня стулья воруют. Люди добрые, вон. Я тебе сейчас пару, понятно, да? Я, значит, за ним тут полдня мотаюсь. Тут. Ты можешь заткнуться или нет? Я тут что по-твоему делаю? У тебя вообще мозги есть? Люблю вот по крышам со стульями погулять! Иди отсюда! Ты видишь, у меня проблемы! Ты че, рецидив? Ты че болтаешь? Регистрация, где у тебя, а? Я тебя спрашиваю. Слушай, такой в белой рубашке не пробегал мимо тебя? Твою мать. Девушка, тут мужчина в белой рубашке не пробегал? Нет. Пойдем, найдем. А где здесь ближайшее отделение полиции? Не знаю. Побежали, что туда? Ага. За мной. Да что за день сегодня такой, а? Скажите мне с самого начала, я не понимаю, что вы говорите. Дамы, после обеда, что? После обеда. Давай оформляй, оформляй, давай, времени нет, оформляй. Оформляй. Девушка, я помню про ваш самокат. Сядьте, пожалуйста, вот сюда, на стул. Подождите, буквально 5 минут. Сядьте. Заявление где вчерашнее? Где протокол 27 число? Где? Толя, ну какое 27 число? Я зашиваюсь. Толя, у Толи звание есть, между прочим, Толя. Я что, в носу, что ли, ковыряюсь? Ну, молчу. Все. Товарищ. Руки убрал? Да. Фамилию свою скажи. Да мы вообще не при делах, начальник. Просто мимо проезжали. Что? О, Ираклий. А ты у нас вечно не при делах. Не ты, а вы. И не Ираклий, а Ираклий Вахтангович. А вы бы не паковали, Ираклий Вахтангович.
А то так и подсесть недолго. Проходим. Ну ладно, не пугай. Давай, живее. Все равно через час выпустишь. Так, парашютист. Фамилию свою скажи. Фамилия. Ну что, Васильев, добегался? Сань, оу. Этого со стулом вы привезли? Ну да. Он, по ходу дела, башкой приложился. Еще бы, всю машину нам изуродовать, я запомнил, понял? Иди отсюда, запоминающий. Иди. О, Ираклий, снова здорово, да, у нас опять, да? Что у нас тут такое? Я не знаю. Он обдолбанный. Ты обдолбанный, да? Ты фамилию свою скажи! Подожди, куда ты? Что куда вы их все прете сюда, а? Дышать нечем, ребята, ну вы что? Не устал ты, нет? Вы просили меня заявить. Ну продолжай тогда. Кривляйся дальше, кривляйся. Лет на пять накривляешь, вставай. Я поторопилась. Да подожди. Им свежий воздух нужно, они вот смотрят, какие у вас бледные. Мы вас очень просим отпустить. Не надо. Мы не можем тут то взять, то отпустить, понимаете? Максимум на три. Она не понимает. Ираклий. Мужское радио. Радио для свободных духов. Ну, Илья? Наган. Илья Наган. Какой Наган? Какой Наган? Это псевдоним. Как я его по псевдониму-то найду, а? Вот. О, давай. Это документ. Вот. Илья Попов. Наган. Илья Попов. Вот. Ты набери. Ну, хорошо, давай, я возьму. Да погоди ты. Я сам возьму. Алло. А у нее поднос. Расстройство желудка на нервной почве. Ну и? Дал полчаса. Да это мы слышали. Делать что будем? Так, так. Надо ее найти. За полчаса. Да ты что? Слушай, как тут у тебя так это в голове все? Так, она полчаса, вот это все. Вообще красавчик. Да что сейчас? Я отличный план. Что-то такое. Брат, что такое? Брат говорит, надо пробивать по ближайшему кругу. А кто у нас брат? Алик. О, дядя Саша звонит. Да, творческая элита, чем обязан? Тихо. Что надо? Ага. Ну, сейчас свободных людей найду. Да не психуй, ты к вечеру будет твой диджей. Солнышко, сделай один звоночек, ладно? Да. Иди. Я прошу вас, не надо, пожалуйста, я прошу, не надо, я, ребятушки, я все отдам, пожалуйста, не надо, я прошу вас, не надо, ребята, я прошу вас, пожалуйста, не надо, прошу вас, у меня семья, не надо, пожалуйста, алло. не надо, я прошу вас, я умоляю. Я умоляю вас, не надо! Сейчас, секундочку. Слышишь, ты можешь замолчать? Да. Я не слышу ничего. Хорошо. Я понял. Алло. Да. Все в процессе, да? Ага.
Ой, прекрасно. Скажи ему, ну сейчас реально попилится. Ага, скажи. Тебе надо, говори. Куда? С этим-то что делать? Чего? Слушай, ну отключи, сейчас распилим человека. Ага. Ну понял. Все. Ну ясно, ясно. Давай. В этом мире доброта. Семь пятниц. Ну вот ты глухонемой, да? А как же ты понимаешь, что я говорю? Ха, да. Да он по губам считает. Я по телеку передачи смотрел. О, что, серьезно? Уникум. Прикольно. А можешь прочитать, что говорит вон тот мент? Да. Можешь прочитать, что вон тот мент говорит? Давай, давай. Да, не стесняйся. Ну, что он говорит? Товарищ милиционер, а куда вас... О! Вот ты где! Ну ты вообще! Прям... С какого этажа-то? Я бы убилась вообще. Весело живешь. У тебя каждый день так? А какой у тебя адрес? Мне телефон надо забрать. Здрасте. Привет. Хорошая, смотри. Вытащить тебя отсюда? А что еще сделать? Ты за полдня выполнил мою годовую норму по развлечениям. Нет, я тебе сказала, нет, у меня урок. Группа 12 человек. С каждого по 200 рублей плюс обед. Что ты вылупился? Я кружки веду для пенсов. Утром макраме, вечером фламенко. Нет, все, давай адрес. Чего? Вытащи меня. Сам себя вытаскивай. Ну и что это такое? Ну что? Так. Офигеть, да ты при деньгах! Кто при деньгах? Половину этого мне? Прям половину этого? Да ладно. Клянись. Слушай, ты так смешно на крыше женским голосом орал. Я офигела вообще. Чего он орал? Я прям... Орал? Я думаю, что к старшему. А кто здесь старше-то? Голосом орал. Глухонемой. Там чуть-чуть крышу подрихтовать и все. Половина, значит. Все, теперь пешком ходить буду. Два. Пять пошло на ум. Это значит, мне в группу надо 8642 пенсионера. Радио для тех, кому нечего скрывать. Ну что, уставился в холодильник, что ли, не видел тогда? А? Так, давай повторим. Ты кто? Ты кто? А? Кто ты? Так хватит мазаться, кто ты есть? Ну! Ну? Я Оксана. Так.
Ну? И? Меня? Так. Да не хочу я ничего такого говорить. Будешь говорить то, за что платят. Деньги взяла, говори. Говори. Хам. Где вас носит, а? Вот они. Красавцы. Ну что, молодцы. Поздравляю от всего пиар-отдела. Это, конечно, смело. Ну? Так мы это... По рабочему вопросу. Долго ходите, уехал спонсорский подписывать. Сказал, по пиару мне здесь разобраться. Что это? Я Оксана. Вы дебилы? Соколова где? Я спрашиваю, где Оксана Соколова? Ребята, давайте посерьезнее. Мне срочно нужны фотографии Оксаны Соколовой для наружки. Для диджиталки мы вытащили фотки из сети. Из сети? Да, ее фотографии из сети. С чем мне теперь работать? Да, нет. Фотки из сети. Дуй ко мне в офис, конференция завтра, после эфира. Поднял свою шубку и пошел ко мне. Я предупреждала? Да подожди. Так. Вот единственная женщина, которая была в офисе мужского радио во время скандального эфира. О, Господи. А это кто вообще? Да проходите, проходите, блин. А я просто фары забыла выключить. Вот аккумулятор и сел. Ничего, бывает. Сейчас дернем. Угу. Давай! А ты что, в машину садиться не будешь? Я? Да, ты! А у меня там подруга сидит. Махнешь! Давай! Спрашиваю тебя, куда стену дели? Отвечай мне! Громче говори, я тебя не слышу! Что ты сейчас... Я тебе говорю, громче! Отвечай мне, я не слышу тебя! Иди сюда! Ты куда, куда вот так? Что говорите? Валим! Куда валим? Куда валим? Эй, дура, что ли, вообще? Это что такое? Это побег, ребят, это побег на статьеку! Все на место, стоять! Стоять, руки вверх! Стоять, все! Стоять! Я стреляю без предупреждения! Стоять! 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 Стой на месте! Куда? Стоять! Вы что, вы стоите вдвоем? Идите, ты направо, ты налево, за ними давайте, за ними! Беги! Ты туда, ты туда! Я сказал, стой, стой! Стой на месте! Что сделали? Что делать будем? Ментам звони!
Да, нельзя. Я сам не знаю, как так получилось. Ну, он перезвонит. Как только появится, так сразу. Да, 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 да. Алло, да. Нет, это не Оксана. Алло. Какой макраме? Слушай, да, я не знаю, придет она на фламенко или нет. До свидания. Глеб это. Женщина, да не знаю, когда она вернется. Да. Скажите пенсионерам, чтобы не волновались. Вы хорошо, уже звонили. Ладно. Да, ну 10 минут назад. Все, до свидания. Я сказал... Здрасте. Здравствуйте. По поводу фламенко или макраме? Это квартира Липопова? Нет, это наша общая квартира. Мы ее снимаем. А есть еще кто дома? Слушай, давайте он приедет, и вы сами с ним разберетесь. Давай. Дядь, ну-ка. Вы чего? Господа, секундочку, вы куда? Ай-я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 й. Ну? Ай. Где в последний раз видели? Ай. Рассказывай. Где в последний раз видел Илью Попова? А? Вы знаете, так сразу и не упомнишь. Я тебя не слышу. Я говорю, прямо сейчас так и не упомнишь. Сейчас ведь как время. Москва. Ну, ритм. Ну, конечно. Вот да. Люди туда-сюда встречаются. Запамятовал, да? Да, чуть-чуть. А вот так упомнишь? Да, упомнишь. Мы вчера всю ночь бухали, потом сюда приехали, с нами еще телка такая толстая была. Мы потом в больницу поехали, а потом он поехал на радио, а мы сюда. Пустите Бога, радио польное. Господи, как фото такое. Все вспомнил сразу, да? Это не мой. Да? Фламенко? Ну, конечно, будет. Понял. Диктуйте адрес. Альберт звонил. Там 69-е отделение. Мужика привезли какого-то. Кресло пристегнутого. Похоже, наш. Так. Паша, Андрей, расстаетесь вот с этими ребятишками, остальные со мной. Я не волнуюсь. Не волнуюсь, товарищ полковник. Что? Просто... Я не понимаю. Нестандартная ситуация. Это что такое, а? Это нестандартная ситуация у нас случилась. Что это случилось? Нестандартная ситуация. Ты мне жертву нестандартную ситуацию. Товарищ полковник. Нет, товарищ капитан. Нет, товарищ полковник. Нет, товарищ капитан. Товарищ полковник. Товарищ. И он, в смысле, она. Ну, короче, тот или та. Я так и не понял, как у них принято. Я ей говорю, а ты в машину садиться будешь? А она мне говорит, нет, взяла вот этот трос, одела его сюда и кричит мне, дергай! А я так сюда села, дергаю. Ну, сюда, 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 сюда. Разрушить.
ужина. А оперативники рассматривают несколько версий произошедшего. Да. Что, нас что ли это натворил? Похоже на то. Те, кто видел этих людей и знает их местоположение... Больно серьезно. Пол винтовки развалил. 112. Это телефон полиции. 112. Все, комментариев больше нет. До свидания. Да, что ж, спасибо. Был бы несерьезный, нам бы не позвонили. Ну что ж, мы будем следить за развитием событий. Девушка, скажите, пожалуйста. Девушка, а где это доктор? Анатолий Иванович на операции. Где? Новый блок, 4-й этаж, 2-я операционная. А вам зачем? Ой. По-мужски поговорить. Значит, те, кто видел этих людей и знают их местоположение, я прошу немедленно позвонить по телефону 112. Алло? Стоп, стоп, куда собрались? Это операционный блок. Бардак какой-то. Федаева, пойдем со мной. Почему у вас здесь столько народу? Собрались, собрались, парни. Так, еще раз. Утром он вел эфир. Ты его видел? Ты его видел? Да. И я его видел. Это его контракт. Что написано? Илья Наган. Но говорит, что Оксана Соколова. Женским голосом. Женским голосом. Но все думают, что Оксана Соколова, это она. Ты ее сегодня видел? С кирпичом. Кирпичом. С кирпичом. С кирпичом. С кирпичом. Получается, да. Вы охренели? Вообще-то такие вещи согласовывать с пиар-отделом нужно. В смысле? Без смысла. Переборщили с пиаром. Хватит самодеятельности. Давайте каждый своим делом заниматься. Отбой. Что сказал? Говорит, переборщили с пиаром. Немножко переборщили. И знают их местоположение. Я прошу немедленно позвонить по телефону. Что у тебя? Дайте опровержение в новостях. Скажите, отделение полиции было разрушено в рамках пиар-акции. Оксана Соколова ломает стены непонимания. Теперь ты. Угу. Отлично. Добавьте слоганы во все соцсети. Уже тут? Готовьте все. Через 5 минут начинаем. А, где ухарангар у нас? А, она же сказала, 2-я операционная. А.
Так, двое куда остались со мной? Куда? Туда, туда, в обход, в обход. Филипп, я не могу работать такой нервной обстановкой. Доктор, я Илья. Я диджей, я к вам утром приходил. Следующий. Доктор. Ну что же быть? Вы мне укол сделали. Что с голосом? Зайдите в регистратуру. Ну как его разбудить? Как его разбудить? Надо на воздух. Что за... Ау! Давай, каталку неси. Перекатываем. Да куда ты? Вот так. Я держу. Нормально. Нет. Ты чё, блин? Я держала. День добрый. Этого молодого человека видели? Нет, не видел. Нет, не знаю. Еще раз посмотрите. Нет. Нет. Видел. Говорят, чудес на свете нет. И смыть олени след. Только знаю, он ко мне придет. Если верить, сказка оживет. Ноги давай. Со мной лесной олень. Это все нормально? И мчит меня олень в свою страну оленью. Сторонка. Где сосны рвутся в небо, где бы живет и не быть, умчит меня туда. Добрый вечер. Девочки, вот этого паренька тут не видели? Вообще-то, мы здесь не парней разглядываем, а жизни спасаем. Хочешь, мы и тебя спасем? Выход! Илюха, валим отсюда!
ты бегом отсюда. Стоять. Я невнятно тебе сказал. Я говорю, бегом отсюда. Стоять. У тебя проблемы со слухом или с восприятием? Ау! Ну, у кого из нас проблемы? Что разрушение полицейского участка не что иное, как скандальная пиар-компания нового утреннего шоу на мужском радио. Еще вчера никому неизвестная радиоведущая Оксана Соколова стала новой звездой интернета. Так, давайте еще раз. Да хватит жрать. Итак, это Наган, это Оксана. Нереально полицейский участок разнесли. Так? Так. Может, это все-таки пиар-акция? А всем кажется, что это пиар. Кроме? Кроме меня. Алло? Больница? Че? Да, наших рук дело. Да, опять самодеятельность разводим. Оксана, да, больше не будем. На мужском радио. Они украли больного с операции и угнали скорую. Чего? Чего? Да что ты за гребаные буниклайт какие-то, а? Нифига себе экшен! А этот с твоей фотографией кто? Я не знаю! Передачу переключи! Ты можешь выключить эту сирену! Да? А, вот. Ну там вот. Наши парни стоят, так что без проблем. Слушай, ну я однажды стоял... Что-то мне домой перехотелось. Поехали ко мне. Я комнату при ДК снимаю. Не понимаю, как можно было их упустить? Так чисто случайно. Да кому сказал в машине сидеть? Кому? Кому сказал сидеть в машине? Идиоты! Возьми вот так, чтобы вот этот весь парапет со всеми этими машинами. Товарищ полковник. Вы слышите меня, что я вам говорю? У нас прямой эфир. Вы меня слышите? Трогайте вас сюда! Ну что ж, сумасшедшая гонка продолжается. Всего пару часов назад это была обычная городская больница. Сейчас же это эпицентр шокирующих и невероятных событий. И снова основным фигурантом является скандально известная радиоведущая Оксана Соколова. Оксана Соколова, лекарство от всех болезней. Да, спасибо большое. У нас прямой эфир. Продолжай. Да. Было? Было. Отлично. Да. Привет, Алик. Николай. Не, он не может сейчас говорить. Куда? Радиостанцию? Понял. Хорошо, едем. Да. Давай на радио. Я знаю, класс! А потом? А потом? А потом я из-за тебя упал с крыши. Ну, я ж не знала. Не знала. Что теперь делать? Я не знаю. Главное, с голосом решить. С остальным разберемся как-нибудь. А ты та еще, мадам, с прибабахом. Это ж надо стену в полицейском участке снести. Да не говори. Я ж думала, просто решеточку погну. А оно вон что. За больницу спасибо. Да ладно. Я все равно уйти вам не могла. Интересно, это считается угон или похищение? Мама.
пусть ветер снов разбудит нежность нас. И клинет дождь страстей на смену серых дней. Это твой ДК. Ага. А это твои пенсионеры. На фламенко ночное пришли. Нет, больше на твоих дружков похоже. Надо где-то спрятаться, пока этот от наркоза не отошел. Какая же дура! Ой, Нон, да продадим как-нибудь, ну. Да, продадим из страусовой кожи 100 штук. Ой. Это ведь надо где-то 100 дур найти, которые все это купят. Ну почему дур? Вы ищите бразильяна, блин. Мы сами поносим. Ой, это к нам пожаловал. Это же Илья Наган, ведущий Prime Time на мужском радио. Крошка, у меня кое-какие проблемы. Это как вообще? Ну-ка, ну-ка, повтори. Крошка, у меня проблемы. Девочки, еще с утра он был диджей, а теперь он доктор. Здрасте. Ну-ка, поздоровайся с девочками. Всем привет. Это же только с таким придурком, как ты, могло случиться. Знаешь, что я тебе скажу? Видишь вот эту кучу барахла? Ты все равно мне за нее заплатишь. Понял? Галя, я не могу. Может, тебе трусики бразильяна примерить? Слышь, кобыла, а ты чё ржёшь над ним? Это вообще что? Ты чё, по щам давно не получала? От кого? От тебя, что ли, бочка? Залезла в кусты кикимора. Ок. И ты туда же. Ты не бочка, прости. Не у меня. Не у нее. А, у меня. Прости, Илья. Не слышу. Прости, Илья. Так вот. Ладно. Ай! Слышь, доктор, наверное, проснулся. Доктор, там, там. Там это. Мамочка, ну. Сейчас все объяснит. Сейчас доктор все объяснит. Ты кто? Я Андрей. А как прошла операция? Походу, мы каталки перепутали. Я что? Умер? Опа.
Ну чё? Какой план? А никакой. Жениха тебе искать. Может, замуж кто возьмет? Я вообще, она права. Только с таким дебилом, как я, это могло произойти. Ну да ладно, да что ты? Да ладно, ты посмотри ты на меня! О, Илья Наган, звезда эфира. Вся жизнь через жопу. Я уже на радио попал. У меня был такой шанс, и тот... А главное, этот голос! Менты ищут. Ну, класс, класс. Ну, ладно, что ты подумаешь? За то... Что? За то что? За то, как круто ты день провел. Ну. А с какой высоты ты на машину упал? Это же вообще... Я такое только в кино видела. А как мы из участка бежали? Ты мне еще такой... Дура ты! Я тебе сама дура. А больница? А скорая? А как мы твои козе наваляли, а? Да все это было очень плохо! 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 И вообще, если хочешь знать, это был лучший день в моей жизни. Мне теперь умирать не страшно. Да? Да. Перебор. Ну, в общем... А что ты стоишь? Давай звони доктору. Если этот в машине отошел, и доктор отошел... Руки! Быстро! Проблемы? Нет. Полтора лям просмотр. Спасибо! Так, давайте еще раз. Итак, вначале он был у нас. Потом он был у вас. Да, правильно? Да, да, он был у нас, и мы его теперь ищем. И она. Она. Она тоже была у нас, ее мы тоже ищем. Ага. А потом они все вместе? Вместе, вдвоем. Вместе. Были в больнице. Так? Да-да-да, вот и вещи его. А еще он говорит, как баба. Они ведь, наверное, недалеко ушли, а? Ну, может, у нас есть шанс его к эфиру-то вернуть, а? А что он у меня-то смотрит? Он капитан спрашивает, он нас всех ищет. Капитана, товарищи, капитана. Потому что вот эти вот звездочки, сынок, просто так не дают. Не снимать, а? Я сейчас выйду на улицу, вот так вот у меня встанете и ты. Чем наручники пойдете, вытащишь я за мальчишку. Я дико извиняюсь. Что такое? Товарищ капитан, да. Тут угнанную скорую нашли. Давай, иди уже быстрее. Мы нашли. Мы. А мы не теряли. Слушай, ну что, когда рассчитаемся-то, а? Толя, не дави. Я не при деньгах. Ну, я не давлю. Так, как это работает-то? Да они бесплатные. Да? А это удобно. Да. Доктор, это Илья. Это я, Илья, диджей. Да, я помню тебя. Доктор, вы мне что-то вкололи? Я теперь как женщина разговариваю. Как мне голос восстановить? А никак тебе его не восстановить. Это теперь на всю жизнь. Как на всю жизнь? А дальше еще физиологические изменения пойдут, и ты вообще в баб!
бабу превратишься, ты слышишь? Семен, встречу! Бабу превратишься! Алло, да, встречу! Девушка, не звоните сюда больше, доктор вам ничем не сможет помочь! Бабу превратишься, ты! Что ж ты сделал? Стоим. Пойдем на берегу постоим. А посмотри, какое утро красивое. Воздух. Воздух какой прямо свежий. Красота-то какая. Ведь прям вот хочется жить. Прямо хочется. Через 5 минут эфир. Мы сообщаем, что происходит, ясно? Ты внимательно, не профукайте. И сразу после эфира пресс-конференция. Потом фотосессия, вечером презентация, ясно? Работаем. О, проснулся. Ну, привет. Так, смотри, у нас все готово. Шоу называется «Оксана разберется». Ты слышишь меня? А? Слышишь? Ты голос, а она... Эй, рекламное лицо. Ты говоришь, ее показываем. Ты все понял? Замечательно. У нас даже по контракту все в порядке. Так, ребятки, ребятки, собрались! Через минуту выходим! Ты готов? Готов. Мужское радио. Мужчинами не рождаются. Мужчинами становятся. Что ты сказал? Да что опять не так-то? Все так! Все так! В эфире мужское радио, и я его сногсшибательный ведущий! Илья Наган! Да!
Какой наган, дебил? У нас все на Оксану Соколову переделано. Твою-то же мать. Убью, сука! Давай! Да сколько же можно убить? Убери его! Да ты сюда! Ну, у меня же проблема! Давай, давай! Тихо, тихо! Спокойно! Спокойно, собрались все! Эфир начинаем с рекламы, ясно? Сам эфир пусть этот хренов наган ведет. Все, компанию по Соколову прекратить, наружку снять. Скажем, шутка, съедем как-нибудь. Давай, работаем, работаем. Так, ты! Посмотри, что делать. Смотри, зовите охрану, отдайте ее ментам. Им же надо кого-то привлечь за разрушение участка. Так, да! Через минуту начинаем! Собрались все! Ее забираем! Че сидим-то? Ты был в ступе, пошел! Через минуту выходим! Я никуда не пойду! Я никуда не пойду, я сказала! Помогите! Я никуда не пойду! Ну, нас ругать будут! Помогите! Давай ее! Тут! Я в тюрьму не сяду! Открой, говорят! Где? 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 Дай! Садись! Я не сяду в тюрьму! Сюда садись! Открой, говорят! Сядь! Ты чё? Эфир надо. Так, давай. Тихо! Пускай! Что, я пускаю, что ли? Оксана разберется на мужском радио. Всем привет! В эфире мужское радио, и я, его новая сногсшибательная ведущая Оксана Соколова. И с сегодняшнего дня и всегда-привсегда шоу «Оксана разберется» буду вести я, Оксана Соколова. Проблемы. Оксана разберется. Но сегодня я не одна. Знакомьтесь. Чего? Мой соведущий и автор программы Илья Наган. Иди туда, сади. Да, друзья, с вами я, Илья Наган. И вы не представляете, как я рад это говорить. Чё? И тема сегодняшнего эфира – крутые перемены. У нас крутые перемены, но одно остается неизменным. Вы нам пишете сообщения, а мы их разбираем. Ваши перемены – отстой. Уберите эту корову, а то мы с корешами приедем и устроим настоящее мужское шоу. Пишет нам Амбал 16. Говнюк. А чё? А, у нас же крутые перемены, да? Уважаемый Амбал 16, тебе отвечает корова 25. Во-первых, если тебе что-то не нравится, ты просто возьми и переключись. Не, хотя я понимаю, тебе это тяжело, когда ты не дотягиваешься до переключателя без табуретки. Во-вторых, это что за имя вообще такое, Амбал 16? С корешами он сейчас тут приедет, ага. Кореша, наверное, вообще опасные ребята. Мачо 14, Разрушитель 12. Весь 9 А. Ну что? Жалко, не все приехать могут. Почему? Обольститель 13, как назло, бабушке на даче помогает. Ну, колорадских жуков собирать.
И в-третьих, дорогой Амбал 16 и остальные крутые парни, это прозвучит немного странно, но не бойтесь нового, как бы оно вас ни пугало. Может получиться так, что даже самые хреновые перемены, которые с тобой происходят, окажутся лучшим, что было в твоей жизни. А сейчас, дорогой Амбал 16, пошел! Наслаждайся музыкой. Да? Что там у вас происходит? Почему я не в курсе? Вы забыли, кто вам зарплату платит? Почему я опять последним узнаю, что у меня в эфире творится? Я вас спрашиваю, чего молчим? Сейчас все исправим. Я вам исправлю. Развели самодеятельность. Хайпанули по полной. Вся Москва гудит от ваших пиар-компаний. Еще Нагана какого-то притащили. Ладно, продолжайте. Но чтобы я был в курсе. Я писал. Мы проделали большую работу. Так что? Ну, на самом деле, действительно большая работа. Почему? Да. Давай пройдем. Да? Куда? Наряды мои рвало, да ой-ой-ой, а я нога, я сука, нападала. Ой-ой-ой, а меня милый подбирал. Зачем же я влюбилась так, себя давала целовать? Хоть режь меня, да хоть ешь меня. Да Саня! Саня! Да что там? Да пошли! Иди сюда, иди сюда! Иди сюда! Ой-ой-ой, а я обычная девчоночка. Ой-ой-ой, да замуж вышла без любви. Да ой-ой-ой, завела себе миллионочка. Ой-ой-ой, а грозный муж меня бронит. Зачем же я влюбилась так, себя давала целовать? Хоть режь меня, хоть ешь меня, уйду к нему опять. Че ты скулишь, как баба? Ты же знал, что деньги возвратные. Ребят, ну правда не знал. Ну, не знал. Вот мы сейчас и посмотрим. Отпустите его. Спасибо. 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 Уф, ты пил, да? Знаете, что я понял? Ну, после дефибриллятора. У меня есть сердце. Уйду к нему опять. Скажите, а скажи, страуса есть? А, есть бразильяна, возьмите бразильяна, есть два. Два. Нет, нет, три. Три, есть бразильяна. Да перестаньте, компания. Да, есть. Здравствуй, Оксана Соколова!